Друзья, всем привет! Я тут себе кое-что купила. Давайте сейчас распакую и вам покажу. Я все распаковала. Здесь у меня семена, один клубень алоказии и один сеянец. Давайте начну, вот, пожалуй, с этого. Это семечко антуриума. Вот. Это гибрид Luxuriance и Бесаав. Давайте откроем, посмотрим, как это выглядит. Семечко, походу, проросшее. Если честно, пока вот так в камеру ничего не вижу. Надеюсь, вы видите. Вот. Выглядит вот так. Да, во. Увидела, наконец-таки. Выглядит прикольненько. Я, наверное, вот этот пушочек уберу. Не оставлю вот так. Очень классно все подписано. То есть можно вот эту наклеечку переклеить. И будет мне счастье. Так. Это еще один антуриум. Так, постараюсь сейчас сфокусировать. Вот, читайте название. Тоже гибрид. Тоже, походу, проросшее семечко будет. Раз посадили в мох. Вот, выглядит вот так. Следующее. Это клубень алоказии. Это алоказия. Вот, смотрите. Лонгелоба альба. Вообще, я зареклась не покупать клубни варигатных алоказий, потому что я купила фрайдек варигатную. Но у меня там не все очень варигатно растет. Сниму об этом отдельное видео. Но, знаете, увидела и не смогла себе отказать. Надеюсь, в этот раз мне повезет. Выглядит все вот так. Давайте посмотрим на клубень. Так, клубень вроде бы выглядит неплохо, на первый взгляд. Но вроде как такой не мягкий. И не сильно маленький. Корней пока нет. Будем наблюдать. Пока сейчас так все положу. Потом после видео пересажу. Дальше еще будет 4 семечки. И знаете, вы будете долго смеяться, но все 4... Это все одно и то же. Вот, сейчас. Вот, читайте название. Угу, конечно, вверх ногами. О, вот так. Все 4 одинаковые. Спросите, зачем? Это все от жадности, как говорится. Ну, на самом деле, я хотела взять 3 семечки, но что-то накидала в корзину 4. Вот, и решила оставить все 4. Думаю, все равно это гибрид. Не должно получиться прям один в один все 4 растения. Они будут похожи, потому что это вот по факту вот 2... Ну, я там вставлю фотографии. 2 одинаковых растения друг с другом скрещены. Но, знаете, как бы генетика, она такая штука очень интересная. Она может по-разному сработать. Поэтому может получиться немножечко отличающееся растение. Главное сейчас семечку не профукать. А то я
Так. Блин. О. Видите, да? Вот оно. Ай, простите за землетрясение. Вот. Вот оно. Малявочка. Буду сажать, проращивать. Очень круто, что предыдущие семечки были уже пророщенные. Вот. Так, все четыре. Ну, я думаю, не будем все четыре вскрывать. Чтобы вы там не уснули случайно. Так, а теперь самое интересное. Это как раз-таки у меня сеянец. Так, сорт сейчас покажу. Сорт, ну, это не сорт, гибрид. Вот. Это Бесаф на Бесаф. Тоже там, если не забуду, повставляю фотографии. Какая же крошечка. Так, что мы тут видим? Вот такую крохотулечку. Пока тут вообще ничего не понятно. Вот. Я, наверное, трогать все это не буду. Ну, вот эту посадочку пока. Я сейчас, скорее всего, накрою вот крышечкой. Ой. Еще раз. Так. Вот так это будет. Я думаю, чтобы он немножечко у меня акклиматизировался, привык к моим температурным условиям, и я его не ушатала. Какое милое существо. Я не знаю, как фокусируется. Нет, вам вообще видно? Вот такая малявочка. Пока вообще ничего не понятно, что там будет. Вот, но надеюсь, что-то будет. Очень круто, что все вот, пожалуйста, подписано. Эти наклеечки можно спокойно взять и переклеить. Ну, если аккуратненько это все снять. Вот, я думаю, труда переклеить не составит. Очень классно. Я очень довольна. Мне это вчера привезли в час ночи. Вот. Пакетик у меня постоял ночь. Так сказать, принял мои температурные условия. И вот сегодня утром, как только отвела деток в садик, в школу, я все это распаковала. Я безумно счастлива, хотя вот, ну, по факту, да, показывать нечего. Надеюсь, я со всем справлюсь. Кстати, это не первые антуриумы. Ну, точнее, я тут себе купила где-то с месяца назад один антуриум. Он у меня сейчас, так сказать, воскресает, потому что я его чуть не убила. Ну, он молодец, он прям стойкий оловянный солдатик. И когда он станет более-менее на что-то приличное похож, я обязательно вам его покажу. Я уже отсняла видео и, разбирая упаковочный материал, на дне пакета нашла вот этот конвертик. Вот так выглядит. Давайте вместе с вами откроем, посмотрим, что здесь. Потому что все, что я заказывала, я получила. Какая прелесть. Так мило. Так. Давайте вместе читаем, что это. Я так понимаю, это... Что это? Это, по всей видимости, какой-то стимулятор. Прикольно. Это конфетка. Это вторая конфетка. Так мило.
Естественно, прям вот видно, что человек ко всему подходит с душой. Очень приятно, очень классно. У меня даже слов нет, если честно. Я надеюсь, вам было интересно. Если есть вопросы, пишите, спрашивайте. Желаю вам всего доброго и до встречи в новых видео.